Чуваки, здравствуйте. Здравствуйте. Буквально пару слов о сегодняшнем матче против команды «Бастарс». Как вы считаете, что послужило, что вы так вдруг после первого поражения вот собрались и показали игру? Мы должны были и первую игру выиграть, но вот так вот получилось, то, что выиграли только одну. Бывает такое, что и проигрываем первую. Как-то так. Все правильно, все грамотно. Как вообще настроение в команде? Настроение хорошее, даже более лучше, чем хорошее. Матчи в Кубке как-то помогли команде наладить вообще связки, настроиться? Вообще никак не помогли, только расстроили. На самом деле должны были и там выиграть. Ну, вот так вот получается. Мы курсанты. Ну, идете пока к намеченной цели? Ну, идем. А какая у вас цель? Выиграть все. Ну, надеемся, что так и будет. Спасибо. Да.